Нас опять отключили свет на бужоре. Лёвка. Все у нас хорошо. Что-то день покапризничали. Повыделывались, сейчас кусают. Все нормально. Эти вообще тут тараканы где-то бегают. Бесятся. Бесятся, бесята. Здравствуйте. Что вы тут делали? А что тут делал? Что тут делал Феликс? Что тут делал Мишка? Привет. Опачки. И вот они, я сказал, уже здесь. Уже здесь я здесь. Такие уже мы большие. Очень большие. Да, очень большие мы уже дети. Большие дети. Большие красивые дети. Вот она. Еще одна. Хулиганка. Ой. Хулиганка-подросточек. Идет. Феликсюнчик. Что там за хулиганка идет? Ах ты бессовестная. Маленьких обижаешь. Стервозка маленькая моя. Такая бандитка-бандитская прям. Бандитка-бандитская такая. Бандитка. Ты бандитка. Да, хулиганка. Катю. Ага. Попались в полосовую. Куда пошла? Мишань, иди сюда. Сердечки порастащили. Полоски дали сердечки эти. Чего ты там, поролон щипаешь? Щипаешь поролон. И мои котята. Вот она. Вот она, еще одна, вот она. Вот они обе две. Хулиганки две. Как они больше гораздо от этих енотов вообще, капец. О, Майя пришла, придурочная, надо диван отодвигать. Да, я слышу вас. Слышу, моя кошечка, тебя слышу. А все. Спокойно. Спокойно, моя девочка, спокойно. Все. Май, вот как мы не любим, скажи, чужих детей. Ой, как мы не любим чужих детей. Спрашивали, Майю давно не видно. Вот вам Майя. Вот она вам Майя, да. Мишаня. Мишка потерялся. Мишань. Где ты? Где мое сокровище? Беги к маме скорей. Ой, скорей к маме беги. Беги. Ты беги. Да. Ой, мамин. Садись, мама. Катю мой. У нас тоже пасмурно. Вот, родственники поехали в дельфинарий с детьми. Ой. Дядька Зим. Мишка поехал бензин заправлять, машину, генератор. Вот. И газ кончился, баллон. Ой-ой-ой, сожрать охота. Майя, нельзя. Майя. Линяется. Короче, дев укроет, как Боню крыло. Опа. Ой-ой-ой. Не ходи к ней. Она злая, не ходи к ней, Мишка мой. Вот. День. Вот, пожалуйста, у Мишки уже какая ранка на ноге. И это от того, что он ползает только в переноске практически. Вот сейчас выпустила их гулять, потому что мы кушали. Так что, ну, посмотрим, как будет натирать. Будет ли постоянно такая фигня. Вот она, дурочка. Гля, куда полезла. Ты ку-ку, что ли? Сейчас она тебя схватит за ногу, блин. Лана, слезла оттуда. Давай, быстрей. Сейчас надо еще сильнее диван отодвинуть. Май, харе, а? Ну, они же дети. А ты же моя кошечка, да. Ты маму съесть хотела. Ох, эти гульки до хорошего не доведут. Все, моя девочка. Ой, да. Марго вот с Сеней спокойно реагируют. А ты прям бесеныш.
демоненыш. Ой-ой-ой-ой-ой, да господи, цеплялся он своими лапами. Миша, куда пошел? Миша ушел уже в Нарнию. Ку-ку. А, вон девчонки бегают, свои сердечки кусают вкусные. Вкусные сердечки кусают. И Миска туда зас. Я, говорит, пойду с девчонками. Ох и парень какой у нас. А эти две оторвы, блин, растут. Кошмар. Дикушки, во-первых. Бешеные. Май, ну хватит, зайчик мой. Кошечка моя, косечка. Хочешь яичко перепелиное? Перепелиное, блин! Господи, аж ноги заколола. Ну хватит, май. Маечка, девочка моя, кошечка моя. Зайчик мой. Ну что? Чё ты? Майя. Вот так вот. Болело ушко, мама полечила. Теперь мы его ненавидим. Я вообще тебе добра хотела, а ты меня, блин, так грызёшь теперь. Вот так, кстати, у енота может настроение поменяться даже у домашнего и своего, блин. Перекроет и все. Поэтому, заводя дома, блин, готовьтесь, что в любой момент гон начнется, ну не в любой момент, а в определенное время, и будет ваша голова вместо боксерской груши, ну или руки. Котю, 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 хулиганка.